Здравствуйте. На уроках в старой школе мы учимся говорить по-русски правильно, хорошо, красиво. В начале урока, как всегда, артикуляционная гимнастика. Делайте упражнения для языка, можно делать круговые движения. Такой тренинг мы с вами, я надеюсь, выполняем каждый день. Только регулярные, постоянные занятия могут дать эффект. Вырабатывается навык, чтобы потом в процессе речевой деятельности мы уже не думали, где у нас язык, как у нас направлена струя воздуха, а чтобы мы думали только о смысле наших речей. Как, разогрелись? Для языка сделали упражнение? Еще для языка хорошее упражнение, когда мы высовываем язык. Вот. Остро, лопаточкой, трубочкой. Это тоже нам нужна ложбинка в середине языка, когда мы произносим звуки «с», «з». И обязательно для верхнего неба. Рот закрыть. Губы сомкнуты, челюсть чуть-чуть опущена. И поднимайте верхнее небо, вот там, где маленький язычок. Ощущение такого начала зевка, да? Или если мы нюхаем какой-то ароматный цветок. Давайте встанем, сделаем несколько упражнений на дыхание. Дыхание у нас речевое, реберно-диафрагматическое. Итак, выдохнули на ПФ. Все, живот ушел. Теперь вдыхаем на три. Один, два, три. Сделали задержку, не дышим. Один, два, три, задержка. Выдыхаем теплый воздух на О. Рот открыли на О. До десяти считаю. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Не дышать. Вдох на шесть. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Выдох на восемь. Начали на О, рот открыли. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Быстрый вдох, но бесшумный. Влили воздух, понюхали розу. Раз. Сильный быстрый выдох на С. Вдох. Щ. Почувствовали, как мышцы живота напряглись? Хорошо. Дышите. Присаживайтесь. Ну, а теперь основная тема нашего сегодняшнего урока. Тема интересная. Это работа над стихом. Наверное, каждому человеку приходится вслух читать стихи. В школе мы читаем учителю стихи, потом участвуем в концертах художественной самодеятельности, в вузах, на корпоративах. Многие в любви объясняются, читая стихи. Но часто неумелый чтец либо произносит стихотворный текст как прозу, либо начинает делать ударение на каждом слове, либо завывает. Ну, как поэты свои стихи читают, они имеют на это право, они собственные стихи читают. И поэтому манера каждого поэта, она своеобразна и она ценна. Но если мы читаем стихи, то все-таки надо придерживаться определенных правил. Итак, чем отличается стихотворная речь от прозаической? Кто мне скажет? Мы должны соблюдать строчку. Рифма есть. Держать стих нужно. Ну, правильно вы сказали. Ритмом. Это главное отличие. Рифмы может не быть. В белом стихе, в верлибре нет рифмы. Но есть ритм. Повторяющаяся какая-то закономерность, да? Стихотворение разбито на строчки. Каждая строчка называется стихом. Все произведение – стихотворение, а одна строчка – стих. И вот, чтобы сохранить вот этот повторяющийся ритм, в конце каждого стиха необходима пауза. Большая или маленькая, это уже зависит от содержания. Вот это правило, кстати, почти никто не соблюдает. Во всяком случае, часто нарушается. А если нарушается это правило, то стих пропадает. Мы не будем подробно с вами говорить о размерах. В школе вы это изучали и, наверное, знаете. Ну, давайте только напомним, да, какие двухстопные размеры вы знаете? Ямбарей. Спандей. Это что такое? Это утяжеленная стопа. И перихий.
это облегченная стопа, безударные. И трехстопные. Антибрахи. Антибрахи, анализ. Совершенно верно. Большое значение в стихотворении имеют паузы. Паузы в конце стиха, а также и внутри строчки. В стихотворной речи пауз больше, чем в прозе. «Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье. Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление». В этом примере паузы в конце стиха, они совпадают с логическими паузами и грамматическими паузами. Но часто бывает, когда совпадения такого нет. «Я вышел из лесу, и вот проснулся день». Видите, какой перенос? Вот этот прием называется зашагивание цезура. Да? Помните, мы обозначали? Такой птичкой. Вот это вот маленькая пауза. И голос у нас тут поднимается вверх. Посмотрите, как вот этот особый ритм, какое чудо делает. Эти паузы придают стихотворению такую тревожную интонацию. Неуспокоенность. Это Мцыри увидел этот пейзаж, да, который он знает, эти места. Неприятные воспоминания с этими местами связаны. И получается вот такой вот ритм. Ритм тревожный. Я вышел из лесу. И вот проснулся день, и хоровод светил напутственных исчез в его лучах. Туманный лес заговорил. Вдали аул куриться начал. Смутный гул в долине с ветром пробежал. Маяковский паузу-перенос вообще делал не только что по слову, а в середине слова. Ветер подул в соседнем саду, в духах прошел, как хорошо. Слово разбил. Такое ощущение, что мы вдыхаем, что мы ощущаем этот запах. Если просто написал бы в одну строчку, уже этого эффекта бы не было. Поэтому Маяковского нельзя читать так, как заблагорассудится. Он специально делает такую строчку. В стихах чаще, чем в прозе, встречается инверсия. Что такое инверсия? Неправильный порядок. Да, нарушение прямого порядка слов. Поэтому значение пауз здесь возрастает. И Ленский пешкою ладью берет в рассеяние свою. Прямой порядок слов какой бы был? Ленский в рассеянии берет свою ладью, пешкой берет свою ладью. Но смотрите, как ощущение создается вот этой рассеянности Ленского, да? Его сосредоточенности на чем-то другом, не на этих шахматах. И Ленский пешкой ладью берет в рассеяние свою. Я перед уроком дал вам листочки. На них напечатаны два стихотворения. Это стихотворение Пушкина «Анчар» и стихотворение Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива». Ну что, попробуем? Да. Попробуем. Попробуем прочитать. Мария, давай. В пустыне чахлой и скупой, на почве зноем раскаленной, анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Вот если сказать раскаленной и вселенной, то никакой рифмы не получится. Поэтому здесь, как будет это слово звучать? Раскаленной. Раскаленной. В пустыне чахлой и скупой, на почве зноем раскаленной, анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Мария правильно сделала эту строчку, да? Как грозный часовой. Конец строчки стоит на другой строчке. Поэтому тут пауза. И она психологически ведь оправдана. Потому что Пушкин, что нам дает понять? Что он один стоит. Это дерево, ядовитое дерево, да, которое смерть несет. Кстати, в школе школьники часто читают. Анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. А там после стоит тире. Пауза обязательно. Данил, дальше. Природа жаждущих степей его в день гнева породила.
и зелень мертвую ветвей, и корни ядом напоила. Зелень ветвей? Ветвей. Какое правило? Закон родительного падежа? Несогласованное определение в родительном падеже? И зелень мертвую ветвей? И корни. И корни ядом напоила. После корни обязательно цезурочку надо сделать. Сеня. Яд каплет сквозь его кору, к полудню растопясь от зною, и застывает вечеру густой прозрачной смолою. После второй строчки ты голос опустила почему-то, а там запятая стоит. Повысить надо. Так, и еще один момент. Вечеру. Ну как мы произносим сдвоенные согласные? Как бы с задержкой удлиняем, совершенно верно. Яд каплет сквозь его кору, к полудню растопясь от зною, и застывает в вечеру густой прозрачной смолою. Настя. К нему и птица не летит, и тигр не идет. Лишь вихрь черный на древо смерти набежит, и мчится прочь уже тлетворный. Набежит, голос опустила. К нему и птица не летит, и тигр не идет. Лишь вихрь черный на древо смерти набежит, и мчится прочь уже тлетворный. Илья. И если туча оросит, блуждая, лист его дремучий с его ветвей, уж ядовит стекает дождь, песок горючий. А у нас какое слово тут лучше выделить? Туча. Если туча оросит, блуждая лист его дремучий, с его ветвей уж ядовит, стекает сок в песок горючий. Настя? Но человека человек послал кончару властным взглядом, и тот послушно в путь потек и к утру возвратился с ядом. Здесь буду придираться чисто по-актерскому. Смотрите, что делает Пушкин. Он нам рисует эту картину этого ужаса, этого дерева страшенного, да? Все, никто к нему не может приблизиться, все умирают, умирают. Но человека человек, что может быть страшнее? Послал кончару властным взглядом, и тот послушно в путь потек, и к утру возвратился с ядом. Саша. Принес он смертную смолу, да ветвь с увядшими листами, и пот по бледному челу струился хладными ручьями. Учитесь снимать ударение. И пот по бледному челу струился хладными ручьями. Даша. Принес и ослабел, и лег под сводом шалаша на лыке, и умер бедный раб у ног непобедимого владыки. У ног зачем выделила? Ног? Да. И умер бедный раб у ног непобедимого владыки. Глеб, попробуй. А царь тем ядом напитал свои послушливые стрелы и с ними гибель разослал соседям чуждые пределы. А царь тем ядом напитал свои послушливые стрелы и с ними гибель разослал к соседям чуждый предел. Какая ошибка была? Где-то точки ставили, где их нет. Или задирали концы фраз. Вера. Не надо. Мы поднимаем голос не на последнем слове. На последнем ударном слове у нас голос поднимается. Ну что ж, давайте к Лермонтову обратимся. Просто гениальное стихотворение. Вся сложность в том, что это одно предложение. Вот эта форма называется период. Последовательно идут подчиненные предложения. Когда это, когда это, когда это, когда вот это, когда это, тогда. Вот тогда то-то. И сами понимаете, что точек тут в этом стихотворении нет. Там есть в конце каждой строфы точка с запятой, но это не точка. Там голос может чуть-чуть и опускаться, но не так, как Станиславский говорит, в конце рассказа нужно положить голос на дно. Давай. Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганный душистой румяным вечером или утро в час золотой из-под куста мне ландыш серебристый приветливо качает головой. Так, Илья, дальше. Когда студеный ключ играет по овраку,
И, погружаясь в мысль, какой-то смутный сон лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Нет, нет. Когда студенный ключ играет по оврагу, и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Так. Не на он голос, а на мчится. Данил. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. По логике правильно. Только здесь больше перелом, когда студенный ключ играет по оврагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Ну вот, мы с вами прочитали такое трудное стихотворение, написанное периодом. Вообще, молодцы. Вопросы есть? Да, Виталий Алексеевич, знаете, вот из своей жизненной ситуации, как правильно, обнял или обнял? Классическая литературная форма в формах прошедшего времени приставочных глаголов раньше требовала ударения именно вот на приставке. Обнял, отдал, роздал, налил. Но сейчас новые формы с ударением на корни тоже допустимы. Мы с вами договаривались, что мы будем придерживаться старой классической нормы. Ведь у нас уроки проходят в старой школе. Значит, как? Обнял. Отдал. Ну что ж, следующий урок у нас будет завершающим. Мы подведем итоги наших с вами занятий. До встречи.